Всем привет! В этом видео вы найдете идеи и дизайнерские решения, которые помогут вам реализовать ваши проекты. Плетеное ограждение – это отличная идея для создания декоративной композиции из природных материалов. Преимущество таких ограждений заключается в том, что материал для изгороди можно найти даже на участке или рядом с ним. При этом такое ограждение может уступать в качестве украшения или разделения участка на зоны. Для плетеного ограждения срезаются ветки ивы, вербы, лещины, березы или виноградная лоза. Также для подобного ограждения подойдут молодые, гибкие побеги других кустарников или деревьев. Но все ветки не должны иметь круговых отростков и быть длиной не меньше метра. Для столбов в таком ограждении используют более крупные побеги, но можно использовать и металлические прутья или другие материалы. Есть варианты ограждений с горизонтальным или вертикальным плетением. Для того, чтобы забор был устойчивым, все прутья нужно надежно закреплять. Если материал для плетения высох и стал слишком ломким, его помещают на некоторое время в емкость с теплой водой. С помощью дополнительных химических средств можно изменить цвет материала, а также продлить срок эксплуатации. При этом каждый прут необходимо обрабатывать отдельно. При создании плетеного ограждения также можно использовать тонкие доски. Их также можно использовать в горизонтальном или вертикальном исполнении.